Так, значит, нашел я тут двух голубков Far Cry 4. Слышал, что люди короля захватили кого-то из повстанцев. Мне кажется, он сейчас пойдет. Интересно, это правда? Нет. Так вот он снова к нему ложится. Блять! Не убиться бы. Какая ночь. А я тут героином ширяюсь. Победим! Будем наслаждаться. Мы можем остаться вместе, поженимся, будем чтить традиции Кира. Вот за это. Неплохо, да? Но я вам цветок принес. Может, вам не слышно, он говорит, поженимся. Давайте посмотрим, если я совершу правосудие. Пощади! Умоляю, пощади! Так ты же гей. Как? Подожди, стой. Там медведь. Сейчас, а шкуру можно снять? Подожди, стой. Сейчас я мужика твоего... Блин, он же сейчас убежит. Подожди, стой. Куда ты побежал? Там медведь. Где? Куда? Просто идите. Нет! Я все сделаю! Давай, поворачивайся. Да подожди, стой, я же тоже такой же, как и ты. Чё ты тут бегаешь? Подожди, тут никого нет, кроме нас. Смотри, тут уже и свечи я расставил. Он все равно был тебе не парой. Думал, я буду в безопасности. Нет, прошу, я тебе заплачу. О, давай. Да не, вообще я бесплатно хотел, но может помогите! Быть... Помогите! Давай, впусти. Помогите! Помогите! Я просто пока... Я хотел. Тебе ничего не сделал! Да, но ты же с мужиком мне там... Мне нужна помощь! Вон твой, подожди, стой, дай я тебе кое еще. Извини, ой, да. Да подожди, возьми его. Вот, возьми. Подожди, стой. Он тяжелый, да ё-моё. Стой, стой, смотри. Ну? Я просто крестьянин. Вот. Чё, да подожди. Прошу! Там медведь, слышь? Тебя сейчас сожрут, по-моему. Кстати, медведь испугался. Безопасности. Безопасности? Нет, прошу, я тебе заплачу. Хорошо, давай. Ну давай, ладно, уж что-нибудь заплати тогда мне. На помощь! Как с тобой взаимодействовать? Может, правый, левый клик? Я все сделаю. Ну хорошо, раз ты тоже отказываешься прошу! Быть со мной, мне придется... На помощь! Слышь, Чегорю, подожди. Мне придется совершить. Чего ты садишься? Давай, я не буду спускать штаны. Зачем ты садишься? Я просто крестьянин. Ой. Черт, случайно получилось. Ладно, надо, получается, спрятать их, потому что, ну, как бы, понимаете, в природе все естественно, как бы, если лев вдруг стал геем, он не может, как бы, размножаться, правильно? Ну, то есть, как бы, самоуничтожение происходит, да? Вот. И, как бы, здесь то же самое. Поэтому я, в целом, хотел пойти им навстречу, где-то вот, но почему-то они какие-то неадекватные оказались. Не знаю, что не понравилось. В принципе, я как бы я за жизнь во всем мире, за жизнь во всей жизни. Да, но вот, ну, как бы вот так, понимаете, потому что, ну, а как еще? Как еще поступать? Ну, ладно, пойдем, что нам там по заданию? Ну, в общем, идем в какое-нибудь поселение женское и будем, как обычно, насиловать... Ой... А я ему такую атмосферу здесь подготовил. Идиот.